Всем привет, меня зовут Андрей Соболев, элит-тренер сети фитнес-клубов World Class. В нашем городе огромное количество вот таких спортивных площадок, на которых можно полноценно тренироваться. Я покажу вам отличный комплекс упражнений для проработки основных мышечных групп. Первое упражнение для ног – приседания. Я предлагаю подойти к какой-либо опоре на расстоянии вот одного предплечья, взяться двумя руками, стопы поставить на ширине плеч и немного развернуть наружу. Далее, придерживаясь руками, уходим корпусом немного назад и сгибаем колени и тазобедренный сустав до углов примерно 90 градусов. Следите за тем, чтобы ваши коленные суставы были сонаправлены со стопой. Немного заваливаем корпус назад, слегка повисая на руках. Держите спину ровной и выполняйте от 10 до 20 повторений. Если хотите усложнить упражнение, добавляйте небольшое выпрыгивание. Но только если нет каких-либо противопоказаний. Следующее упражнение – зашагивание, и нам понадобится шведская стенка. Ставьте стопу на перекладину. Очень важно поставить ее уверенно, чтобы она не соскочила. Далее возьмитесь руками на уровне ваших глаз. Поднимайтесь опорной ногой, немного придерживаясь руками. Выполняйте от 10 до 20 повторений каждой ногой. Здесь, помимо проработки мышц ноги, мы также включили еще мышцы и руки дополнительно. Еще обратите внимание на то, что спину нужно держать ровной. Упражнение «Пистолетик» – это присед на одной ноге. То же самое мы подходим к опоре, как и на приседе на двух ногах. Придерживаясь руками, вносим одну ногу перед собой. Вы можете слегка согнуть колено, чтобы не загружать слишком сильно сгибатель бедра. Слегка подаем корпус назад и делаем присед на одной ноге, держа спину ровно, возвращаемся в исходное положение. Следите за тем, чтобы коленный сустав не заваливался за передний свод стопы. Для этого подавайте массу тела больше назад. Упражнение для проработки мышц спины – это подтягивание на перекладине. Первое подтягивание будет узким хватом и с небольшим разворотом предплечья. И акцент здесь будет больше на бицепс и на центральную часть спины. Распространенная ошибка при подтягиваниях – это в верхней фазе движения поднимать плечо вверх голове. Старайтесь здесь опускать плечи и лопатки вниз по спине и стягивать их к центру спины, поднимая грудную клетку выше перекладины. Второе упражнение на спину задействует больше широчайшую мышцу спины, и это подтягивание широким хватом. Здесь также важно, как и в первом варианте подтягивания, это опускать лопатку вниз и к центру спины. А также обратите внимание на положение вашего предплечья. Ваш локтевой сустав должен находиться под запястьем. И это и будет определять ширину вашего хвата. Избегайте вот такую тягу и вот такую тягу. Перпендикуляр. Следующее упражнение – отжимания. Первый вариант – узким хватом с акцентом больше на трицепс. Исходное положение – планка. Руки на ширине плеч или чуть шире. Опускайте плечи и соберите лопатки. Держите верхнюю часть спины в тонусе под контролем. Лопатки практически не двигаются во время отжимания. Сгибайте локти, уходите вниз, возвращайте в исходное положение. Основные ошибки в этом упражнении – следите за тем, чтобы ваш локтевой сустав находился над запястьем. То есть узкая постановка руки подразумевает, что вы будете держать ближе плечевую кость к телу. То есть избегайте вот такого выхода локтевого сустава за линию, за ширину запястья. Да, старайтесь прижимать чуть больше плечевую кость к телу. Чем уже хват, тем ближе ваше плечо к корпусу.
Отжимание на перекладине с широким хватом. Здесь также оптимальный хват определяется по нижней фазе движения. То есть в нижней фазе ваш локоть должен находиться над запястьем. Опустите плечи, соберите лопатки, чтобы хорошо проработать грудные мышцы. Держите верхнюю часть спины под контролем. Избегайте снова, да, вот такого выхода локтевого сустава, то есть слишком широкого хвата и слишком узкого хвата с выходом локтевого сустава за границы запястья. Фронтальная тяга на перекладине. Самый оптимальный хват – это когда в верхней фазе движения ваш локоть получается перпендикулярно запястью. То есть, видите, вот это вот, перпендикуляр. Не вот это, не вот это, а вот четкая линия. Опустите плечи вниз и начинайте тянуть перекладину к грудной клетке. Колени можно слегка согнуть, слегка их расслабить, да, и подтянуть мышцы живота. Грудная клетка немного выходит так вперед. Упражнение отжимания на брусьях, классическое. Исходное положение. Беремся за брусья, встаем на носки и сразу выведите ваше предплечье так, чтобы локтевой сустав оказался над запястьем. Легким прыжком выходим в упор, отталкиваемся от брусьев, чтобы опустить плечи вниз от головы, сгибаем локти, уходим вниз примерно до углов 90 градусов и возвращаемся в исходное положение. Важные моменты здесь, да, как я уже сказал, следить, чтобы локтевой сустав оказался над запястьем, избегать вот таких вот отжиманий, когда локоть выходит за границы запястья, и слишком сильного завала внутрь. В целом на этот комплекс у вас уйдет от 30 до 40 минут. Выполняйте от 10 до 20 повторений в каждом упражнении, зависит от вашего уровня подготовки. Между упражнениями держите интервал отдыха 2 минуты. Не забудьте подписаться на наш канал, пишите комментарии, приходите ко мне на тренировки, занимайтесь, будьте здоровы. Пока-пока.